уже мы понимаем, что в следующем году мы начинаем строительство еще двух новых сельских домов культуры в селе Никольское на Черемшане Меликесского района и в селе Красный Яр Чердаклинского района. В 2021 году в наших планах строительство клуба в селе Криуши городского округа Новоульяновска, Дмитриево-Помрязкино, Старомайского района. Вот пока мы договорились с Министерством культуры о поддержке этих шести новых сельских домов культуры, надеюсь, что все реализуем. Мы находимся с вами в здании Театра кукол областного. Мы практически завершили все ремонтные работы. Остались небольшие штрихи, которые мы сделаем буквально в течение 3-4 дней. И вы видите, что историческая часть театра, его фасад, я думаю, что все жители отмечают, насколько он стал красивым, обновленным. И в общей совокупности это более 21 миллиона рублей было выделено сюда федеральным и областным бюджетом на ремонтно-реставрационные работы областного театра кукол. На этой неделе к нам пришел запрос из Федерального министерства культуры, потому что премьер-министром Российской Федерации была озвучена информация о том, что по завершении года театра поддержка театров продолжится. И планируется из федерального бюджета выделение около 1,5 миллиарда рублей. Поэтому Федеральное министерство к нам сделало запрос о поддержке региональных областных театров на приобретение оборудования светового, звукового и кресел. Мы эту заявку вчера в Министерство культуры направили общим объемом на 77 миллионов рублей для областного театра драмы.